Федор Михайлович и Тимофей Михайлович. Знаете, вот, а уже вот у Тимофея Михайловича идет дела, Тимофеевич, который церковь построил, а у Федора Михайловича, вот его жена, вот этого жена, и вот его сын, значит, где никак, он здесь пожалуйста, и тоже нужно сделать табличку, чтобы до полного года сделать то, что он будет, 508, не нужно. Добрый день, уважаемые друзья, товарищи, дамы, господа, все те, кто сегодня пришел на нашу конференцию, посвященную памяти Ивана Александровича Шорина, основателя Гороховецкого судостроительного завода «Дела людей. Величие России». Медленно история листается. Летописный тяжелеет слух. Все стареет, Родина не старится, не пускает старость на порог. И еще немало будет пройдено, коль зовут грядущие пути. Но святей и чище слово Родина людям никогда не прости. Наша конференция приурочена к памятным событиям, которых сразу же несколько. Во-первых, 320 лет российскому флоту. Эта знаменательная дата праздновалась буквально недавно. А мы, гороховчане, большей частью все потомки судостроителей. Судостроительный завод работал без малого 100 лет в Гороховце. А еще раньше наши с вами прадеды уходили на отхожие промыслы, занимались котельным производством, были клепальщиками и были известны по всей стране. И поэтому, как никому, нам с вами близка эта дата. Кроме того, сегодня состоялось мероприятие, участниками которых большинство из нас с вами было. Открытие памятника на могиле нашего знаменитого земляка Ивана Александровича Шорина. И, кроме того, сегодня день судостроителя. В 2014 году указом президента Владимира Владимировича Путина эта дата была специально учреждена, и именно к этой дате мы и приурочили нашу конференцию. Ну, а говоря об Иване Александровиче Шорине, сегодня немало будет о нем сказано, и для приветствия участников я бы хотела предоставить слово заместителю председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергею Евгеньевичу Рыбакову. Спасибо. Всем еще раз здравствуйте, что не явились. Я очень благодарен всем, кто сюда пришел, потому что я считаю, что мы сегодня начинаем очень такое важное и нужное дело, потому что мы много говорим о значении краеведения, о том, что нужно изучать историю своей там, малой родины, но как-то это обычно звучит достаточно казенно и даже не очень понятно зачем. Вот. Мне кажется, что, я в этом уверен, что, наверное, если нам не ограничился только абстрактными какими-то заклинаниями, лозунгами про патриотизм, про то, как мы любим свою родину, то все-таки, наверное, это нужно наполнить каким-то конкретным содержанием. Потому что мы слышим много красивых слов про это, но не очень понятно, что с этим делать. На мой взгляд, все очень понятно, потому что каждый человек должен вообще понимать, кто он такой, где он вырос, где родился, где его корни. Он должен знать историю своей семьи, историю своего рода. К сожалению, не всегда это так, но такой это странный народ, который, в общем-то, не все, далеко не все из нас даже помнят, как звали их прадедушек и прабабушек, не говоря уже о чем-то большем. А те, кто помнит, конечно, тому честь и хвала.
И, наверное, вот история своей семьи, история своей, ну, как-то принято говорить, малой родины, хотя мне не очень слово нравится, история того места, где ты родился и вырос, и значение того места, значение твоих земляков в истории всей страны, оно, наверное, позволяет как-то по-другому вообще на все это посмотреть. И почему-то тут вспомнилась вот эта замечательная акция «Бессмертный полк», которая вот несколько последних лет она получила жизнь во время празднования Великой Победы. Видите, вот совершенно по-другому люди начинают воспринимать вообще историю войны, она ведь от нас все дальше уже, а тем не менее она как-то не уходит. Все равно мы помним о своих родственниках, помните, кто погиб, он не вернулся с фронта, кто, может быть, и вернулся, и что-то рассказывал потом об этой страшной войне, и также и со всем остальным. Наверное, когда живешь вот в таком маленьком городе и районе, который вроде бы ничем не примечателен, и кажется, что все как у всех, и нечем особенно гордиться. Вот возникает вот это такое обманчивое ощущение, что ты живешь в очень незначительном месте. Но действительно обманчиво, потому что и вот Гороховец, и Гороховецкий край, они очень славны многими вещами, которые мы, я сейчас говорю, в своей повседневной жизни может, как-то не замечаем. И наряду с тем, что Гороховец, безусловно, это очень древний город, наряду с тем, что он знаменит своей архитектурой, своими культурными ландшафтами, и я надеюсь, что он по праву займет свое место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО именно как город 17 века. Но у меня есть вторая половина истории уже, и второе основание для нашей гордости за свой край – это, конечно, его промышленная история, потому что Гороховец всегда был промышленным городом, и даже вот это архитектурное богатство 17 века, которое мы видим в виде храмов, купеческих домов, оно ведь тоже строилось на производстве, оно строилось на том, чтобы купцы на чем-то зарабатывали деньги. То есть это такая очень давняя традиция Гороховецкого края. Безусловно, в этом сыграла роль его особенность, скажем, особенность тех людей, которые здесь жили. Мы понимаем, что в те времена чуть не большинство было старобрядцами тайными или явными, и мы знаем ту роль, которую старобрядчество вообще сыграло в развитии отечественной промышленности российской. Мы знаем вот фамилии таких знаменитых деятелей промышленности, как Рябушинский, Мамонтов и прочих, и вот у нас тоже свои были такие фамилии. И, наверное, роль и значение гороховецких деятелей промышленности, предпринимательства традиционного, она как-то недооценена, и, наверное, недооценена во многом из-за нашей вины, потому что мы как-то мало об этом вспоминаем, мало рассказываем, потому что если взять фамилию там Михаила Федоровича Сапожникова, то вообще-то его фигура заслуживает, я считаю, всероссийской известности за его какой-то необычный, на мой взгляд, необычно большое количество тех добрых дел, которые он сделал для своего родного города и за его меценатство, благотворительство, которое, в общем-то, ну, мало кого с ним можно поставить рядом по его такому самоотверженному и фанатичному, я бы даже сказал, меценатству и помощи своему родному краю. И, конечно же, Иван Александрович Шорин, который является основателем, владельцем и душой вообще нашего судостроительного завода, который, ну, сыграл без преувеличения, можно сказать, огромную роль в истории России, в истории как гражданского флота, так и военного флота в годы потом уже Великой Отечественной войны и в советское время, так и, в общем-то, и в делах, которые к флоту непосредственно отношения не имели, это нефтепроизводство, это монтаж различных конструкций, начиная там от линии электропередачи и заканчивая мостами, вышками и перекрытиями крупных зданий. И вообще, как мы знаем, вся деятельность Шухова, она связана напрямую с гороховчанами, потому что, ну, практически он всегда работал только с гороховецкими мастерами, с сотрудниками завода Шоринского и с отходниками из Гороховецкого уезда. Вот, наверное, об этом мы сегодня и поговорим, но я хочу обратить внимание, что сегодняшняя наша приветственная конференция, она лишь первая, и мы надеемся, что она будет проходить дальше. Сегодня она посвящена Шорину, заводу и нашему знаменитому отходному промыслу котельщиков, или так называемых глухарей, как их здесь называли, гороховцы. А, скорее всего, мы проведем вторую конференцию и также обратимся к нашему, скажем, к нашему предпринимательству, к нашей промышленности, потому что, на мой взгляд, это та страница, которая требует дальнейшего изучения освещения. Ну, а кроме того, что мы, я думаю, что сегодня услышим очень интересные доклады и узнаем какие-то новые данные, которых раньше не знали,
сожалению, вообще вот в истории нашего города и района много каких-то пробелов, и мы действительно очень много не знаем. Мы как-то так вот называем фамилию, да, или там смотрим на какое-то прекрасное здание, но, собственно, мало что можем о нем сказать, потому что ну, как-то так получается, что информации накоплено недостаточно, она есть, ее просто нужно искать, собирать. И на самом деле это не так сложно, даже вот... Даже начиная просто с дат жизни, да, вот там с дат жизни, со времени рождения, которое пришлось устанавливать, буквально сейчас, с удивлением узнал, что даже вот не было у нас таких данных, а сейчас мы их нашли, там, и по там, дню рождения, по дню там, смерти того же Сапожникова или Шорина. Понимаете, вот, а кроме всех этих важных, скажем так, научных, это что не научных, а просто таких человеческих и мировоззренческих, и, наверное, просто таких вот нравственных задач, мне кажется, еще очень важно, что сегодня собрались здесь люди, которым все это интересно, и мы просто даже друг с другом как-то познакомимся. То есть я имею в виду и краеведов Гроховецких, которые все-таки чем-то занимаются и чем-то интересуются, но хотелось бы, чтобы о их работе и о их результатах знали все, вот, чтобы все это не пропадало в туне. И, конечно же, отдельно благодарен родственникам. Вот, тем людям, которые имеют либо родственные, либо какое-то историческое отношение к фамилии Шориных. Я очень благодарен за то, что приехали, и мне кажется, это прекрасная возможность для того, чтобы встретиться, познакомиться, обсудить что-то, ну и завязать какие-то отношения, которые у нас будут в это время продолжаться. Спасибо всем огромное за то, что пришли. Спасибо. Уважаемые гости, сегодня у нас в гостях находится директор Нижегородского издательства «Литера» Николай Яковлевич. Он приехал к нам с очень приятной миссией. Вот он в руках держит замечательную книгу. Когда мы ее увидели, просто, знаете, загорелись у нас глаза. Эта книга имеет самое непосредственное отношение к Гороховецкому краю. Привезла его сюда, вот этого замечательного человека, Светлана Валерьевна Зеленова. Спасибо ей большое за это, Светлана Валерьевна. И здесь еще присутствует вдова нашего краеведа Николая Ивановича Андреева. Нина Васильевна, Нина Васильевна, вам тоже. Николай Иванович тоже сделал огромный вклад в развитие краеведения и в издание этой книги. Пожалуйста, вам слово, Николай Иванович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, не могу несколько слов не сказать об издательстве «Литера», которое существует уже более 20 лет. За это время у нас сложился замечательный коллектив единомышленников, объединенных идеей спасения мира красотой. Поэтому мы делаем красивые книги и очень красивые книги. Так получилось, что уже не первая книга, совершенно по независимым от нас причинам, связана с Гороховцом. Но вот одна из тех, которая известна, вот, по-видимому, руководству музеем, Маринтон, да, это книга о домовой резьбе. Оказывается, у вас и у нас были замечательные мастера, которые, кстати, этот дом там свидетельство, могли украшать домовой резьбой дома. А эта книга, посвященная творчеству замечательного, гениального инженера Владимира Григорьевича Шухова, она, в общем-то, тоже по независимым от нас причинам, она и называется «Нижегородский проект и территория уникальных проектов, да, объектов». Но вывела она нас на Гороховецкую землю. Большая часть материалов этой книги – это многолетние исследования Светланы Валерьевны Зеленовой, присутствующей здесь. Вот. И они, ну, волей-неволей, они, так сказать, коснулись Гороховецкой земли. Действительно, гороховецкие котельщики, сотрудники предприятия «Шорин», они работали с Шуховым на строительстве самого известного, наверное, объекта в России Шуховского, это Шуховская телебашня. Вот. И Иван Андреевич, Николай Иванович Андреев, который предоставил по свидетельству Светланы Валерьевны большое очень количество материалов краеведческих, которые тоже вошли в эту книгу, вот он
очень много уникальных фотографий. Здесь ваши земляки, котельщики, ну, более известные персонажи, может быть. Вот. Это все вошло в эту книгу. Я с удовольствием представляю вам эту книгу, и хочется подарить, но вот, чтобы, так сказать, осталась память Сергею Евгеньевичу на память. Спасибо. Нине Васильевне Андреевой, которая, так сказать, непосредственно тоже принимала участие, наверное, в области. Директору музея Марине. И здесь хозяевам этого вот праздника. Ирина Валерьевна. И, конечно, начальнику отдела культуры Кристина Ивановна. Настоящим исследованием данного вопроса занимались два человека. Это, конечно, наш многоуважаемый краевед Николай Иванович Андреев и Алексей Никитович Александров. И Александров, я, к сожалению, точно не знаю. У нас присутствуют работники завода. Казалось, что
когда вот стал читать, собирать как, материал по этой вот, конкретной теме, доклад, казалось, что они друг другу, в общем-то, противоречат, что даже один автор, у одного автора есть противоречие своей публикации. Ну, поэтому свой доклад я построил на вопросах и ответах, даже, можно сказать, загадках. Вот загадка номер один. В каком году в ГКЦ был основан первый котельный завод? Ну, несмотря на все расхождения в источниках, конечно, бесспорным фактом остается одно. Основатель судостроения на Клязьме в ГКЦ, это, конечно, Семен Иванович Семенович. Мы его увидим сейчас на следующем слайде. Родился он в 1863 году. Ну, дата и обстоятельства смерти тоже является очень большой загадкой, но это отдельная тема. По воспоминаниям дочери, вот Александров Алексей Никитович, вел переписку с бывшими работниками завода Шорина и даже с дочкой Семеновича вот из переписки. Дочь Семеновича писала, что Семен Иванович до 18 лет был пастухом, в 19 лет он женился на крестьянке из деревни Омбово-Самойловой, и вскоре они уезжают жить в Баку, где работали его братья-котельщики. По данным Николая Ивановича Андреева, в Баку у отца Семеновича Ивана Антоновича был небольшой котельный завод. После смерти отца в Бакинском банке остается капитал в 1000 рублей. Именно воспользовавшись вот им, Семен Иванович и создает или расширяет производство котельного Верховца. Но при этом Николай Иванович пишет, что умер отец у него в 1899 году. А судостроение Верховца Семенович организовал семью годами ранее, в 1892 году. Ну, а дочь Семеновича в переписке с Александровым указывала другую дату, это 1890 год. Есть еще один источник. Это книга автора Шубина «Волга и волжское судоходство». Она издана в 1927 году. И вот там сообщается, что завод основан все-таки в 1892 году. Там же сообщается, что Семенович, помимо субремонтных работ, делал новые пароходы, которых выпустил в общей сложности десятка три. Ну, и так все-таки... Анализируя источники, можно сказать, что судостроение на Клязьме в РКЦ возникло именно в 1892 году. Загадка вторая. Где располагались производственные площади у Семеновича? Кто-то говорит, где-то писал, что на левом берегу напротив города, кто-то говорит, что на правом. Где-то есть мнение, что сначала на левом, потом на правом. Ну, такая общепринятая версия, что у Семеновича были производственные площади на левом берегу, то есть в районе Знаменки, и потом он продал Шорину, Шорин уже перенес на территорию судостроительного завода. Попробуем разобраться. По данным Николая Ивановича Андреева, производственные площади у Семеновича находились на левом берегу Клязьмы, прямо напротив Буланового моста в Верховце. Надо сказать, что Буланный мост был немножко не там, но сейчас он был метров на 100-150 выше течения. Работы велись под открытым небом, открытых помещений не было. Чуть позднее Семенович стал переносить производство на правый берег Клязьмы за Угольонскую слободу. Сразу черту города. То есть Угольонская слобода, кто не знает, это угол улицы Горького и Набережной. То есть это как раз территория нынешнего завода. Завод специализировался на производстве различных металлических емкостей, строительных конструкций, сельхозинвентаря и металлических судов. Что у Александрова? Старожилы утверждали, что у Семеновича производственные постройки были размещены в том числе и на правом берегу Клязьмы, то есть на территории нынешнего завода. Корпуса парохода закладывали на левом берегу, а постройки были размещены на правом, то есть в общем, на обоих, на берег. На обоих. Ну и суда строились на клетках, с которых суда снимались естественным путем весенний плавом. Да, это вот как раз территория уже правого берега, нынешняя территория завода. Тут можно Знаменский монастырь видеть вдалеке. Ну да, и Александрову, еще один из бывших работников завода, составил даже план завода Шорина в 1971 году. И там как раз план вот этой территории, и там отдельно указывались здания, которые построены еще с Семеновича. То есть до Шорина. Ну, можно ответить на вопрос, что у Семеновичева производственные территории были на том берегу и на этом.
Ну и загадка третья. В каком году перестал существовать котельный завод Семёнычева и был, стал он принадлежать Шурину? По данным Николая Ивановича Андреева, это вообще такая общепринятая версия, что именно в 1902 году Семёнычев был вынужден продать завод крестьянину в деревне Выезд Ивану Александровичу Шурину из-за проблем в бизнесе. Наверное, на следующем слайде у нас есть. Посмотрим еще раз на Ивана Александровича. Ну и, то есть, в октябре 1902 года Шорин перевел все оборудование из завода Шорин на правую часть, то есть, конечно, территорию завода. То есть, в 1902 году, запомним это, завод Семёныча перестал существовать, он стал принадлежать Шорину. Но, если мы откроем памятную книжку по Владимирской губернии, на следующем слайде мы видим, выпускались такие каждый год адрес-календарь или памятная книжка по всем губерниям. Там указывались все должностные лица по всем уездам, и значительная часть этой книжки, там была реклама. Вот 1904 год, обращая внимание, то есть уже два года спустя, мы открываем рекламу и видим завод Шорина. Принимается заказ на постройку железных баж, речных рейдовых для перевозки наливных грузов, ну и так далее. И перелистываем страницу, то есть следующий слайд. И реклама завода Семёныча в 1904 году. То есть мы видим в 1904 году, что Бриковцы был сразу два судостроительных завода котельных. Ну и о существовании одновременно двух таких заводов говорит и в другой источник, все та же книга Шубина 27-го года издания, где говорится следующее. В бассейне реки Оки можно отметить судостроительные заводы Семёнычева и Шурина Бриковца. Ну, в общем-то, вот. Так действительно ли Семёнычев продал свое производство Шорину в 1902 году? Ну, скорее всего, да. Это подтверждала и дочь Семёнычева в переписке с Александровым. Написал так. В 1902 году отец продает свое предприятие Шорину и покупает старое оборудование от сгоревшей бумагокартонной фабрики и строит в Верховце бумагоотёрточную фабрику. Ну, и эта фабрика у Семёнычева тоже в 18 году сгорает. Кстати, на следующем слайде мы увидим. Если не ошибаюсь, это был цех номер 5, да, в советские годы судостроительного завода. Интересно, что вообще это как раз корпуса старой фабрики Семёныча. То есть они тоже располагали здесь. Ну и учитывая вот все эти упоминания о существовании сразу двух заводов в какое-то время в Верховце, можно сделать предположение, что, наверное, Семёныч все-таки продал не все свое производство, а скорее всего продал ту часть, который располагался именно на правом берегу реки и оставил себе левую часть. Левую часть производства. По какой причине Семёнычев остановил свое производство в последующем? Ранее считал, что прекратил свое производство из-за того, что в 1902 году ему устроили обструкцию на Нижегородской бирже из-за того, что он не согласовал с заказчиком, а изменил толщину металла. И, соответственно, после этого он заработать не дали, и он в 1902 году перестал работать. Но оказалось, что после этого он все-таки еще вел производство. Можно предположить, что существовало сразу два завода, и, например, завод Семёныча просто не выдержал конкуренции под Шорином. Но как-то сложно считать Шорина и Семёныча конкурентами такими ярыми, потому что, как известно, дочь Семёныча Анастасия, да, вышла замуж за сына Ивана Александровича Михаила. В общем, несмотря на то, что история судостроения в Верховце посвящена очень много публикаций, даже в книге, все-таки загадок из истории еще не смогла. Спасибо. Спасибо большое Антону Игоревичу. Я думаю, не случайно он построил свое выступление вот в такой форме, в форме вопроса. Потому что когда мы собирали материал об Иване Александровиче, у нас действительно было вопросов, наверное, больше, чем ответов. И мы надеемся, что на какие-то вопросы ответы нам дадут родственники Ивана Александровича, которые сегодня приехали к нам на конференцию. Вот здесь находится семья Харитонова. И Изабель, самая молодая представительница рода Шориных. Изабель.
Я хочу передать свое слово все-таки папе, да? Да, поскольку он у нас тоже связан странным образом в течение обстоятельств, так сложились, что вот мой муж, я являюсь родственницей, да, вот мой дедушка Шурин, и случилось так, что мой муж имел отношение к этому заводу, совершенно как бы... В общем, да. Как бы родословный... Как бы очень вот, интересно. Да, с родословной занимался все-таки Виктор Владимирович. Да, да, слово у нас... А можно я с места? Да, пожалуйста. Ну, как предыдущий докладчик сказал, что Анастасия Семеновичева вышла замуж за Шурина Михаила Ивановича. Их отношения складывались сложно. Родители Анастасии были против этого брака. Это тоже из вопросов, которые мы хотели сегодня раскрыть. Мы, честно говоря, в семье считали, что это было связано с каким-то благородным происхождением. Вообще хочу сказать, что вся эта информация в семье была закрыта, потому что в советское время все эти корни не приветствовались, и они могли только повлиять отрицательно на карьеру потомков Михаила Ивановича, детей. И, несмотря как бы на такое происхождение, как бы все дети Михаила Ивановича, это сына Анастасии и Семеновичевой Анастасии и Михаила Ивановича, сына Шурина. Все дети добились успеха, четверо детей. Интересная история, что Михаил Иванович дважды был репрессирован по наговору своих коллег. Была даже известна фамилия того, кто, я не буду ее озвучивать, кто написал донос. Вот. И вот меня почему затронула история, потому что на сайте вот Гороховецкого дома было написано, что похоронен он на Новодевичьем кладбище. Вот это не соответствует действительности. Я сейчас говорю о сыне Михаила Ивановича. Умер он под Братском в ссылке на Лесоповале. И там же похоронен в братской могиле. Ни о каком Новодевичьем кладбище там речи не было. Четверо детей, вот его, я хотел их назвать, это старший был Донат, потом был Лев, Владимир и младший Михаил. Фотографию мы его, этой семьи, как бы передали в библиотеку. Вот. Донат, несмотря на... Да, и вот когда произошла репрессия, здесь чем интересно было, что именно рабочие завода помогли Анастасии с четырьмя детьми погрузить какие-то вещи и на подводах как бы уехать в Москву. И мы вот когда проделывали этот путь из Москвы, мы прямо вот задумывались об этом. Ведь какое большое расстояние, сколько же это они ехали, как они это вот ощущали, этот переезд. Пробок не было, ну тут и вообще расстояние. Вот, происходило, насколько я помню из рассказов, это в холодное время. Вот. В Москве по приезду, благодаря каким-то капиталам, Анастасия, я еще раз повторюсь, смогла воспитать достойных четверых детей, вот, и проживала она на Арбате. Да, да. Вот, которые вспоминались иконы и картины и книги, которые вот вспоминались предыдущими докладчиками, все они в семье были, вот, и Анастасия, уже будучи
в преклонном возрасте все эти иконы пожертвовала церкви безвозмездно. Она, я, может, добавлю, вот она оставалась, да, она оставалась староверкой, была она особо тут по поводу ваших тем, да, да? То есть она, несмотря на советское время, несмотря на репрессии как бы ее мужа, и на то, что ее сыновья были многие военнообязанные, и ругали ее, то есть у нее был свой иконостас, который она передавала вот, храм Христа Спасителя как раз. Она купила квартиру с выходом, и она была настолько религиозным верующим человеком, но вот как кто-то говорил, что несмотря на то, что она была староверкой, да, и крестилась двумя перстами, она ходила в православную церковь. И очень чтила, конечно, законы, и вот то, что я считаю, что помогает, и то, что вот помогу добиться всем моим и дядям, и дедушкам какой-то определенной высоты, скажем так, несмотря на то, что их отец и дед был врагом народа на тот момент. Я думаю, это вот эта вот сила как раз вот внутреннее старообрядческое состояние работать, стержень, да, и, конечно, характер, который вот передается, к сожалению, из поколения в поколение. Шуриных и Семеновичей. Упертость, да, и вот. Что касается Семеновичевых, ну вот я, к сожалению, знаю вот только двоюродную сестру дедушкину, мы общались с ее детьми, ну вот какое-то время связь оборвалась. Ну вот как бы умерли дедушки, и вот, собственно говоря, стали связи обрываться. Вот, этот дом, что я могу сказать, что мы приезжали сюда, в этот дом, поскольку дедушка был младшим, он вспоминал, и все дедушки наши собирались, приезжали в этот дом в разных состояниях и стадиях он находился. Был момент, когда мы, в принципе, уговаривали дедушку, что, может быть, его заберем. Вот. Но подумали, что, во-первых, слишком много настросников, и просто вот этот распил он никому не нужен. Но это, она имеет в виду, что определенный период времени, в начале 90-х, да, когда... он предлагался... Да, нет, закон о реституции у нас же не принят. Да, до сих пор не принят и не будет, скорее всего, в том объеме принят, чтобы было дом приобрести. А предлагалось приобрести дом за небольшие деньги с условием его поддержания, реставрации, вот об этом речь. Вот, и то, что вот вы проделали к сегодняшнему дню, я считаю, к сожалению, вот все дедушки наши умерли. Да, для них было бы они были бы очень счастливы, то, что это дом, именно вы хотите сделать музей, мы вам очень благодарны. Вот, по возможности будем помогать, поддерживать все ваши начинания. И большое вам сказать спасибо, большое человеческое спасибо за то, что вы сохранили. Спасибо большое. Это Юлия, правнучка, да? Старшая правнучка младшего сына. Да, но нужно еще представить, что здесь из Москвы приехала еще и Екатерина Корнакова. Она тоже правнучка. Да. Я, получается, у Михаила Ивановича был вот этот младший сын Михаил Михайлович. У него, соответственно, тоже был сын Михаил Михайлович. Это вот мой отец, да, и дед. Вот у нас династия, видимо, Михаила Михайловича. Но, к сожалению, у меня был еще брат Михаил, тоже Михаил Михайлович, он 6 лет назад погиб. Вот. Ну, после него еще есть продолжатель, но он уже Дмитрий Михайлович, тоже Шорин. Получается. И еще, ну, наверное, самая младшая все-таки из Шориных, вот по нашей, да, ветви, это будет Настя, это как раз моего брата, дочка осталась. Вот ей будет в декабре только 7 лет. Вот это младший, вот, кого я вот, знаю, и которая именно Шорина, да. Осталось. То, что могу, да. Спасибо вам тоже огромное, нам было очень приятно за приглашение. Поможем. Да, я здесь часто бываю, потому что это город детства моего, я здесь много времени провела. Здесь у меня и родня еще по материнской линии. То есть так совпало, да. Спасибо. Здорово, значит, будем продолжать общение. Да, спасибо большое. Спасибо. А вот в противоположной стороне, в Нижнем Новгороде, проживают родственники по другой ветви. Дочь Ивана Александровича, Феодосия, ее
родственники по этой линии. Здесь присутствует Малиновская Ирина Александровна. Ирина Александровна, вам слово. Ну, в первую очередь, конечно, мне хочется выразить огромнейшую благодарность организаторам сегодняшнего праздника. То, что сегодня на этой первой проводимой конференции еще включен вопрос, касающийся нашего, моего лично прадеда. Достославный Иван Александрович, уже сегодня неоднократно это прозвучало, был старообрядцем. И я сегодня, когда собиралась на данную конференцию, решила с собой из нашего архива того наследия, которое у нас в семье осталось, взять вот эту старинную икону. Это икона Троицы, это икона Троицких святителей и Иоанна и Гавриила. Благодаря примеру бабушки, которая тихо, молчаливо, ежедневно показывала мне пример отношения к вере. Утро начиналось обязательно. Я просыпалась, а мы с бабушкой жили в одной комнате, кровати стояли напротив друг друга. Просыпаю, открываю глаза, бабушка стоит и молится. День заканчивается, и перед тем, как бабушка ляжет, она достает опять крестик и молится. Бабушка моя 1895 года рождения ушла из жизни в Царство Небесное на Николу, и когда мы ее проводили, были лютые морозы, декабрь, 19 декабря, Никола, и когда я вернулась, когда мы вернулись после этого прощального мероприятия, я думаю, надо собрать бабушкины иконы. Ну что говорить, мы росли в тот период времени, перебыли пионерами, комсомольцами, и бабушка мне не сказала ни одного слова о вере, но пример ее был каждый день на глазах. И вот в этом как раз заключается и значимость проводимой сегодня конференции, что вот то, что проходит, участниками чего мы являемся, это всегда является примером дальнейшего развития. Поэтому еще раз выражаю искреннюю вам благодарность, что сегодня такое проходит совершенно уникальное мероприятие. Но прежде всего, конечно, уникальность этого мероприятия в том, что мы сегодня встретились в выезде на кладбище. Мы с мужем в 2012 году ходили по этому кладбищу, разыскали погост, и у нас оставался вопрос, а где же могила Ивана Александровича Шурина? И вот в этом году нам рассказали о том, что, оказывается, к сожалению, и здесь период истории не остался в стороне. Как говорится, бывают периоды в истории как разрушения, так и созидания. Но вот на сегодняшний день мы встретились по созидательному, прекрасному моменту. И когда собирались с мужем на это мероприятие, были приглашены, узнали о нем, решили посадить две пихты, которые привезли сегодня из Нижнего Новгорода специально, поскольку наряду с той молчаливостью, которую они в себе несут, они будут на века говорить о той памяти, что сегодня, 30 октября, прошло такое событие на этом кладбище, и это было сделано во имя Ивана Александровича. Вот это моя бабушка 1895 года рождения с двумя сыновьями, Александром и Борисом. Причем бабушка, вы знаете, она была младшей дочерью в семье. Здесь я тоже сегодня сделала такую фотографию. Вот на этой фотографии Иван Александрович Шурин и Евдокия Ивановна с четырьмя своими дочерьми. Значит, старшая дочь Наталья Ивановна, 1896 года рождения. Затем дочь Екатерина, дочь Татьяна и на руках вот моя бабушка Феодосия. Она самая младшая дочь 1895 года рождения. Вы знаете, что я наряде... Нет, вот где эта фотография неизвестна. Но те фотографии, где были
Но то, что они являются старинными, и где были эти моменты запечатлены, я их тоже на обратной стороне, к примеру, сделала. Здесь и Рыбинск есть, здесь есть и другие города, и Нижний Новгород есть, поскольку действительно семья Иван Александрович работал не в одном городе. Значит, вот из семейного архива я подобрала фотографии, причем это семейный архив не только мой, поскольку мы действительно уже семейную историю собираем. И вот бабушка, помимо того, что Вера преподавала мне вот эти уроки молчаливые, да, уважительного отношения, она еще всегда показывала пример того, что несмотря на тот период, который внес такой испытательный момент в жизни, в семье, и семья была разбросана по разным городам, жили и в Ленинграде, жили в Москве, жили в Подмосковье, жили в Карачарово, жили в Малаховке, ее сестры, они все обязательно друг друга навещали. И они приезжали к нам, и мы ездили к ним, и на сегодняшний день мы тоже дружим между собой, встречаемся, поэтому они тоже все мои троюродные братья, сестры, у кого же какие-то моменты были, по уточнению годов, фотографий, тоже все принимали участие, не все сумели приехать. Вот это вот Иван Александрович в разные периоды своей жизни. Значит, из сыновей самым старшим был, уже сегодня, наверное, сказали об этом, это был Михаил Иванович, которому было передано управление заводом Иваном Александровичем. Михаил Иванович 1884 года рождения, вот на этой фотографии он со своей супругой Анастасией Семеновичевой. А вот эта фотография, свадебная фотография уже с... когда бабушка вышла замуж, моя Феодосия Ивановна, со своим супругом Василием. Он был капитаном, фамилия его Широков, и водил суда по Волге. Значит, три сына в семье Ивана Александровича были: Михаил Иванович, Семен Иванович и Петр Иванович. И вот на этой фотографии с двумя сыновьями Иван Александрович и Евдотия Ивановна, его супруга. Фотографии среднего брата, среднего сына и брата бабушки Семёна Ивановича Шурина, который жил, который при, после того, как Иван Александрович передал управление заводом Михаилу Ивановичу, непосредственно планово-экономическую работу и финансовую на заводе вел Семён Иванович. Вот его фотографии вам представлены. И младший брат. Это Петр. У них в семье он 1902 года рождения, был очень веселый, очень жизнелюбивый сын, который тоже получил высшее техническое образование. Своей семьи у него не было. Он практически жил с семьей Семена Ивановича. Дядя Петя тоже был всегда и у нас в семье, и бабушка ездила к ним в Малаховку, поэтому все, как говорится, вместе продолжали поддерживать семейный род. Вот самая старшая дочка у Ивана Александровича – это дочка Наталья Ивановна. Значит, я уже вам сказала и вспомнила сегодня о том, что у Ивана Александровича было 7 детей, 4 дочери и 3 сына. И вот старшая дочь Наталья Ивановна повторила подвиг родителей. У нее в семье тоже было 7 детей. У дочери Екатерины было 3 детей. Они жили в Ленинграде. Елена, Ирина и Константин. У Петра семьи не было. Михаил Иванович, линию вам уже рассказали, тоже прибывшие мои родственники из Москвы. А вот у Семёна Ивановича было тоже 3 детей. На сегодняшний день остался с нами вместе в жизни. Это их правнук Лев, который живет в Москве. У него 2 детей, Татьяна и Дмитрий. И
мы тоже все поддерживаем отношения, поэтому все вам передают благодарность за то, что сегодня состоялось такое знаменательное событие для нашей семьи. И я прям по завершении хочу вам в стихах вот выразить знак признания. «Любимым сердцем край родной, прославлен ты делами достойных сыновей твоих. Их нет сегодня с нами. Мы помним праведный их труд, и память это свято. России преданность храним, как я они когда-то. Я прадедом своим горжусь, великим человеком. Он был заслуженно любим, и это свято мы храним. Завод построил, и потом руководил умело. Великим тружеником был, душой родил за дело. Гордится им Гороховец, и память возрождает. Чтить дорогого земляка потомкам завещает. Расти веками, процветай, красивый славный город. Храни историю своей и будь душой молод». Спасибо вам. Если есть желание, то весь вот этот архив семейный, который я сегодня привезла сюда, безусловно, я готова передать. Я думаю, что Антон Игоревич и Марина Павловна, они обязательно свяжутся с вами. Это действительно бесценный подарок для нас. И мы видим, какое у вас роскошное генеалогическое древо. Мы видим, что люди, вы все талантливые. Изабель поет, вы какие прекрасные стихи сочинили. Все равно, но мы знаем, что вы замечательный врач в Нижнем Новгороде. Спасибо вам огромное, но мы, конечно же, должны не забыть и о потомках, которые проживают в Гороховце. Вот Жаднова Тамара Николаевна, она сидит там, не видно ее. Тамара Николаевна, поднимитесь, пожалуйста. Шурина был родной брат Михаил Александрович. И вот Тамара Николаевна по той ветви потом. Тамара Николаевна, вам слово. Дорогие земляки, родственники, дорогие гости, я выступаю, хочу расставить все точки над «и». Если бы не мы, за подделом культуры, Пылиной, Кристиной Ивановной, Шахтиной, Анжелой Анатольевной, главного специалиста по сохранению наследия, подняли эту тему семьи Шуриных, так и осталось бы мертвым болотом. Мы родственники Кротовых, Шуриных, Маркевиных, благодарим зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Рыбакова Сергея Евгеньевича за благородную помощь, дело довести до конца. Родственникам самых близких по линии Шуриных переписываются со мной и перезваниваются около 75 живых. Кротовых и Мартыниных около 80 человек живых. У меня большая почта, большие пакеты с поздравлениями, с письмами. До перестройки КПСС было трудно понимать этот вопрос. А время бежит, и все меняется. Подрастают внуки, правнуки. Стали взрослеть и задались таким вопросом, кто же мы есть? В школе стали участвовать в конкурсах и писать литераты. И благодаря помощи историкам, учителей, Задигаевой Галины Юрьевны, Шашкиной Анжелы Анатольевны, Ферапонтова Александра Алексеевича, краеведа города Тихорецка, замечательного моего друга Потехина Анатолия Александровича. Там еще
переписывались мы с педагогом Старижаковой Галиной Николаевной, которая родилась и жила на родине моей мамы Лидии Михайловны Щёлиной-Тихорецкой. Родители Старижаковой Галины Николаевны работали в Щёлинских мастерских, а сзади этих мастерских фамилии, их фамилии было Зверевы, это городские жители нашего города Горховца. С 1796 года и далее жили в Тихорецке, сзади этих мастерских у них были дома Ивана Александровича Щёлина. В этом городе был такой же завод, «Красный молот», но его судьба такая же, как нашего судостроительного завода в Горховце, «Панкрофе». Фактически перестройка, как говорится, перестроилась. Но коротко хочется напомнить, семью Щёлиных раскулачили, лишили всего имущества и домов. Улица Московская, дом 43, улица Московская, дом 48 и улица Садовая, дом 1, это моего дяди, брата моей мамы, Лидии Михайловны Щёлиной. Хозяева были отправлены в ссылку. Так беда стояла за спиной. Прав, не прав, иди за решетку. И в 1956 году дела Щёлиной Михаила Александровича и Щёлина Михаила Ивановича, сына Ивана Александровича, так как они работали вместе, освободили, как не повинно, но пятно и души осталось до сих пор. Я очень волнуюсь. В Доме творчества бывшего дома Щёлина Ивана Александровича мешалась путаница, которую распутили редактор газеты «Новая жизнь» Забегая Галина Юрьевна и корреспондент Чеснокова Елена. Кое-какие грехи есть в историческом музее, но благодаря Шашкиной Анжеле Анатольевне Пылиной Кристине Ивановне кое-что прояснилось. Здесь много сказано, не желая забираться далеко в дебри. Родственники города Москвы, интеллигентные, замечательные все люди. И мы с ними общаемся, и последние слова их, мы живы и здоровы. И Щёлинский род будет продолжаться еще долго и долго. Кто же, как не мы, должны знать тайну наших предков. Я всю жизнь мечтала найти правду о дедах, прадедах, и мечта моя сбылась. Изучая жизнь предков, они оставили часть своего труда в истории нашего замечательного города Горковца, который я так люблю. Я еще раз благодарю всех, кто оказал такую помощь, и пусть мои предки будут на том свете спать спокойно.